Всем большой привет! С вами Ирен и мой канал Алмазный Чимс Ирен. В канун Нового года и Рождества я хотела бы вас поздравить с этими светлыми праздниками и пожелать вам в первую очередь здоровья, счастья, любви, спокойствия, мира и добра. И обращаюсь ко всем своим подписчикам, гостям канала и просто друзьям из сообщества YouTube. Пусть все будет у вас хорошо. Итак, поздравляю с Новым годом и желаю счастья вам. Пусть оно, как тень за вами, ходит прямо по пятам. Пусть здоровье будет крепким, словно каменный гранит. И весь год ни зуб, ни пятка, ни живот не заболит. Пусть умножатся доходы, пусть уютным будет дом. Пусть вас радует душевно все, что видится кругом. Ура! Я поздравляю вас еще раз! И хотела бы с вами поделиться своими работами в алмазной вышивке, что я сделала за целый год. Итак, поехали! Итак, моя работа номер один в 2021 году началась еще в декабре 2020 года. Это вот такие красивые маки, вазочки на подоконнике. Очень яркая, сочная картина. Мне понравилось ее выкладывать, но размер был большой. 55 на 75, кажется, сантиметров. И я ее оформила на подрамник. Вот такой подрамник. Вот так она выглядит. И она висит на стене. У меня просто я ее сняла. Вот такая красота. Мне очень-очень нравится эта картина. Я здесь использовала стразики. Эйби мерцающие стразики, они так приливаются здесь, здесь, а здесь просто квадратные эйби стразики, вот по контуру маков, вот и в листочках тоже я их положила. Пришлось обрезать картину, так как картина была большего размера, чем сама эта рамка, вот столько мне пришлось отрезать. В общем, из этих полосочек я могу сделать закладки себе для книг, двойные, как бы так, чтобы потверже была. Вот эта картина. Так, следующая картина. Это вот такой сиамский котик. Это круглые стразы. Это похоже очень на мою кошечку Лаки, прям один в один. Вот, а на эту картину рамочку я пока не нашла, потому что размер нестандартный 60 на 45. Вот, и 60 на 40 тоже нестандартный размер, как бы, но 60 на 45 еще более нестандартнее. А круглыми стразами выкладывается вот здесь, как мы видим, были ободки, да, черные вокруг символов. Но в некоторых местах видно, но вообще издалека незаметно. Очень хорошо выкладывалась картина. Вот, мне понравилось. В ближайшем будущем я ее оформлю. Так, следующая картина. Это вот частичная выкладка круглыми стразиками. Вот такой морской пейзаж, прогулка по морю называется. Выкладывается вот эта сторона. Здесь все-все. Небо и море не выкладывается. И горы не выкладываются. Вот. Здесь стразики немножко мельче. И здесь клеевой слой не очень. Видите, вот стразики некоторые топорщатся. Не топорщатся, они отклеиваются. Стразики здесь мелкого такого помола, как говорится. Вот, выкладывалась не очень быстро, потому что стразики такие мелкие. Вот, но тоже я оформила на подрамник. Вот, оформила на подрамник, и она вот стоит. И любуюсь я ею. В принципе, сюжетик неплохой. Так, затем следующий. У меня вот такой сюжет от магазина Ever Moment. Вот такая красота. Тоже нестандартный размер. 30 на 45. И очень тяжело подобрать рамочку. Вот. Ну, вот такая красота. Была картина проблемная. Здесь стразики, видите, здесь зазоров много видно. Если я приближаю, так вот зазоры везде в белых стразиках. Я, в принципе, мне нравилось выкладывать ее, но я не очень довольна качеством стразиков. Посмотрите, такие зазоры. У Ever Moment всегда все идеально. И вот я не знаю, может быть, это магазин Ever Moment Fun Store, не официальный магазин, а второй магазин. Может быть, они как-то мухлюют с этими стразиками, я не знаю. Но издалека очень выглядит красиво.
Эта картина у нас сегодня пасмурно, поэтому солнышка нет, и картина, она не очень так, как бы она темнее. На самом деле она очень такая, такая нежная картина, яркая и нежная. Тут как бы она кажется темнее сегодня. Вот так издалека покажу вам, какие незабудочки красивые, правда? Итак, следующая моя картина, это вот такие вот совсем недавние работы. Это красная, «Калина красная». В принципе, я не очень довольна результатом, потому что я сама выбрала размер маленький. Магазин «Миян», квадратные стразики. Вот, и, в принципе, лисички здесь и синичка здесь не очень хорошо видна, вот как-то пятнами. Поэтому буду работать и закажу себе в следующем году побольше размер. Ну, в принципе, стразики здесь не очень плохие, нормальные стразики. Вот. Так, еще вот две картины. Пыталась я... Так, это вот мои 20 на 30 сантиметров тюльпаны сделала. Пыталась их в рамочку. У меня рамочка есть для фотографий. Но она, как бы эта рамочка, казалась сама работа немножко меньше, чем рамочка. Придется искать другую рамочку. Вот такая картина. И вот моя дочка выложила. Это у нас был совместный проект с Лайлой. Она выложила этого котика, я вам уже показывала. И вот на днях у нас каникулы рождественские. Вот дочка выложила вот эту картину за вечер и утро следующего дня. Ей очень понравилась такая картина. Мы тоже оформим в рамочку. Вот здесь есть спецстразики разных цветов. Остались стразики, так что мы будем их использовать дальше. Ну вот все мои... кстати, так. Нет, еще одна картина, я извиняюсь, сейчас покажу вам. Это у меня модульная картина, это был у меня совместный проект с Аллочкой, канал «Стразики Алмазики». Мы делали модульные картины, вот такой сюжетик. Я, кстати, еще не оформила, единственное, что у меня есть рамочки с подрамником. Еще осталось прикупить 4 рамы с подрамником на размер 20 на 40, потому что я буду их складывать вместе. В общем, там по два подрамника вот на эти картины, по два подрамника идет. Склею, все сделаю, покажу вам результат. Вот. Мне очень нравится, но было выкладывать как бы немножко скучновато, потому что одни и те же цвета повторяются. Это цветовая гамма коричневая, такая бежевая. Вот здесь хоть немножко было разбавлено маком и васильком. Вот, но очень результат меня порадовал. Да, были стразики, по-моему, вычелкивались там стразики, вот, но, в принципе, ничего страшного. Так, а теперь сейчас вам покажу. Так, вот, это картина деревенские зарисовки, то, что я успела выложить до нашего совместного проекта под названием «Новогодний». Вот такой петушок, по-моему, это петушок или курочка, вообще непонятно. Вот, столько я выложила. В принципе, мне нравится результат. Так, как здесь стразики. Ну, стразики здесь нормальные. Здесь тоже, правда, есть стразики. Вот меньшего размера, большего я где-то тут выбираю. Ну, в принципе, пока все хорошо. Вот, и у нас идет новогодний проект совместный с ребятами из группы на WhatsApp. Мы выкладываем новогодние сюжетики. Вот, оставайтесь со мной и будем делиться с вами, когда уже завершим проект свой. Но сейчас я буду с вами прощаться. Большое спасибо за внимание и всех благ. Всех обнимаю и целую. Пока-пока.